Во время стандартной процедуры проверки остановленного автомобиля сотрудники ГИБДД проверяют не только документы владельца, но и задолженность по неоплаченным штрафам. Каково же было их удивление, когда в копилке у водителя такси нашлось 93 штрафа на общую сумму более 100 тысяч рублей. Зачастую водители уделяют недостаточное внимание оплате штрафов ГИБДД. А когда накапливается внушительная сумма, и после принудительных мер с судебными приставами исполнителями, а именно это арест автомобиля, арест счетов, должники тут же спешат оплатить накопленные штрафы ГИБДД. Об оплате штрафов нужно было позаботиться раньше, а пока этот автомобиль опечатывается и отправляется на стоянку, а вот 45-летний владелец такси домой вернется на общественном транспорте. Только за текущую неделю сотрудники городской госавтоинспекции выявили в транспортном потоке и передали судебным приставам 4 злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания сотрудниками госавтоинспекции на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению водителей, имеющих многочисленные неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Как показывает практика, водители, имеющие значительное количество неисполненных постановлений о назначении административных штрафов, чувствуют свою безнаказанность и продолжают игнорировать требования ПДД. В потоке автомобилей выявить злостного неплательщика штрафов помогает современная технология. Программный комплекс, который считывает номера проезжающих автомобилей, проверяет по базе данных. Если автомобиль найдется в этой базе, то система передаст сигнал инспекторам ДПС. Чтобы не накапливать штрафы, лучший способ – не нарушать. Дмитрий Белов при содействии пресс-службы ОМВД.